Прикусь. Кожен рік, оце там, наприклад, рік колеса, два роки теж колеса. Це хатка на сьогодні буде, якщо чітно. На 5 клон. Щоб випадати, один раз по 7, по 8, це чашечка, рік, 0,95. Ви говорите, що треба рівень робити. В этом чтобы посмотреть, не знаю, выпадает она у него. И мучается. Цього ж має вистачити, ага. Правильно? Ну дивись. Ти нічого, так вечір. Тут виходить, буває вакцинація. Ні, тут у кого не Может, так лучше за день вообще или каждый день это происходит? Кстати, раз там 5 раз, например, раз день, другой раз там 3. Малыш. Однозначно операцию, да? Ну как однозначно, если вы с этим... Не, ну сейчас же мы снимок же сделать решили, чтобы же посмотреть. Начинай снимок, ничего не покажет. А снимок делается для того, чтобы исключить сопутствующие осложнения. Нету ли там артроза? Ну, в принципе, это ж только случилось, так что артроза ж не должно там... Не, ну может у него постепенно было, просто сейчас, как говорится, был пик. И нету ли... Просто вообще непонятно, что так резко оно выпало. Ну, то, что оно же там наверняка ж держалось как-то. Какая-то вот эта ж связочка все-таки там была. Просто она ж, возможно, была трошки не до конца сформированная. И вот какой-то один момент и... Просто, что он нормально ходить не может нормально. Даже вот когда оно вправленное, этот, он же что-то подпрыгивает, вот, знаете, на лапку, типа раз-раз подпрыгнул. Вообще вы говорите, когда дрожит вот это, он дрожит даже от этой лапы, то поднимет ее и стоит, знаете. Это. И гулять не хочет, и лежит больше. Да не дрожит, не будешь, ничего сюда делать не будет, нет. Чему и сладкий? И вопрос такой, ну, сейчас откройте. Если делать, вот это у него на одной лапе такое сейчас, но может же быть и на другой, или на, как вот, ну, с этими, ну, просто... Ну, вот двух сделали сразу, ремень. Да. Обычно делается на одной лапе. Операции, да? Да, при необходимости через промежуток на второй. Не сразу, да? Просто я спрашиваю, думаю, что, ну, что меньше этого наркоза. Да, я уже перепуганный. Тогда же она и короче операция получается. И меньше, соответственно, наркозная нагрузка. И потом после операции он ходит на другую лапку, опирается. И то поджимает, а на другую опирается. Вот. А там же, в принципе, с другой-то у нее сейчас таких нет уж выраженных проблем. Зачем? Но будет же все равно же, я так понимаю. Не факт. Не факт даже, да?
Хорошо, а хромать он может после операции? Хромота появится. Ну как, он вообще поначалу операции не будет на нее. Потом должен расхаживаться постепенно. Обычно там месяц или больше расхаживается. Вот. Ну, в конечном результате, ну, теоретически может быть и хромота. Это что-таки суставчик. Если там вот это ж может быть и осложнение в виде артроза, может быть хромота, но в принципе обычно у молодых нормально переносится и восстанавливается. Это... Сколько месяц где-то, да? Ну вот он нормально, полноценно уже сможет. Ну, обычно в течение месяца. Бывало такое, что маленькие собаки им легко это самое, носить ее поджато. Ага. Бывало такое, что месяц проходит, а может особо еще и не ходить, как бы больше из-за того, что... Привыкают, да, туда? Ну, проще так. У них остается воспоминание о том, что оно болело. И их также жалеют больше, когда вам и прихрамывают. Они ушлые, да, в этом плане, да? Понимаю. Бывало такое, что вроде все нормально, а вот не ходит, не опирается. Так, как же тебя открыть, ты не упала. Что ты? Что здесь такое произошло с нами? А вообще такое может быть, что тоже потом начнет бегать и опять оно... Или в принципе та же нога не сломается, но, ну и не вылетит опять. Чем может такое быть тоже? Ну, маловероятно, что рецидив, да? Обычно оно так нормальненько фиксируется. Ну, смотри, какая хозяечка он лежит. Видишь, на диванчике. Раз он лежит, да? Ну, давай я под мою отлицу. Потому что тут без вариантов. Все равно. Надо... А расставляли его, чи так получилось сделать? А? Что он делает? Ну вот прицепляли, чи так дался, что сделать. А, соседи дали какую-то таблетку, как это название, ты не помнишь? Абапентин? А? Абапентин? Не, как эта таблетка называется? Когда рентген делали? Да, как это называется? Не, ничего, это ж, ну, кумы дочка, она забрала и вынесла его и все. Не, вот это что говорили соседи, вот таблетка какая-то. Нет, это обезболивающее. А, обезболивающее. Я же еще говорю, таблетка какая-то. Ну, никогда рентгена, когда соседи дали? Ансинора мне говорили. Как это звук, да? Да. Ну, то противовоспалительное. Да. Да, и все, дали. А на рентген, да, там просто он знает же, кумы дочка, он ее знает, он к ней пошел. Ну ничего, не присыпляли, ничего так сделали. А, рентген присыпляли, я за другое. Нет. Я его включить. Обычно оно само как-то открывалось. Может, уже с мороза диск. Такой может быть. Он переживается. Нет, он же читается, его как-то там запуститься, чтобы лучше. О, все, есть. Так вот, проигрыватель теперь надо, да, чешу? Нет. С помощью чего? Открыть диск. Ну, читает, что он, что-то крутит. Яйка, где тебя стоит? Ну там же по рентгену не нашли каких-либо отклонений. Да я ж не знаю. Не, они сделали. Сказали тогда, что. Не, они, там же не было ни врача, никого. А нажмите этот просто мой компьютер. Можно
на диван присесть? Да, конечно. Мой компьютер, диск этот найдите. Вот это что-то, если включать вот этот лоудер, вот это вот высвечивать эти окна. Может, они как-то по-другому запускаться должны быть. Ну, запускаться авторан нажмите. Это вот снимки, да. Це ж воно тут зовсім ушедшая чашечка. У нього лівая нога. Тут теж так близько к этому самому. Це плохо, да? Так получается, от у нього уже, да? Ну, ну нередко, що може бути предрасположеність на другої лапки, але якщо там клінічно нічого нету, то в принципі тут би там і делать особо нет необходимости. Такого плана. А тут вот конкретно она выскочила. Где тебе какая? Ну вот эта вот лапка. Вот она сбоку получается. Тут она ближе к гребню, вот так вот по гребню практически лежит. А тут вот, вот хорошо он лежал. Только трёх так не пужи, но твою привязали чешу. А? Не? Не знаю. Тут просто оно попало, там может быть застежка какая-то. Лежал какая-то. Как... Не, ну мы же не видели, как даже лучше. Как они там. Так, ну он в этом плане не вредный. А тут вообще ходок какой-то ходит. Я просто никому катаюсь, мне не доверяю. Это вот левая вот нога, то что вверху тоже она где-то, да? Да, да, скорее вот всего, она, скорее всего она, потому что там до этого поля центра, центра поля зрения. Да, полозон. Так-то сам суставчик-то чистенький, нормальный. Нету артроза? Нет. Ну вот она выскочила вот в серединку, а тут на месте стоит чашечка. А чашечка это тогда что это? Ну, вот, ну, ну, чашка. Все, она тут на месте, на другой лапке, а тут она вот на бочочек выскочила. Ну, само же оно не станет однозначно операцией, да? Так, чтобы оно не болело, и то, чтобы не выскакивало больше. Однозначно. Само не станет. Не стянется ни между. Не? Только операция все, да? Не вот будет. Если такого. Пытаться исправлять, то операция. Или вот мириться с таким. Да, да нет. Ну, если на день, то оно там, знаете, ну через день, ну через неделю. А то ну в день по 8 раз. Ну, а если не делать эту операцию, то оно выпадает, он уже привык, что оно болит. Чем это чревато? Ну, то ж. Считается, что потихоньку она может стираться. Вот. Нагрузка там может перераспределяться. И, в принципе, возможно вариант, что может и крестовидная чашка, крестовидная связка может разорваться. Потому что по-другому лапку ставит, и вот это ж переносится нагрузка на крестовидную связку. Если там она истонченная, то теоретически может быть и разрыв. Хотя, в принципе, как бы такого почти не попадалось. Практически не попадалось. Ну, как бы считается, что возможны варианты. Ну, то, что вы видели на одной... Они живут просто как бы... Неудобно ходит животное, неудобно ходить животное. Так он просто останавливается и стоит. Или бежит. Ну как бы трусится, знаете. Ну, да, жить по-другому. Так это ж по первичному пока. А потом уже рано или поздно смиряются, если ничего не... Ну сейчас вот вы построили снимки. На одной делать или лучше на двоих? Просто... На одной делать. На двоих то практически как бы такой обычно нет необходимости. А на ордер, а еще на ордер. Сколько это по цене? И на когда, если записывать, то на когда можно? Ну запишите на
Вот это ж дело в 3000 гривен. Ну, вы делали такие операции, да? Ну, то есть да. Они нормально проходят? Да. Без осложнений, без ничего? Обычно нормально. Ну, вот единственное, что когда 9-летняя собака была летом, вот это ж как бы, ну так... А что было? Она плохо опирается на лапу, потому что, судя по всему, артроз у нее пошел. А, ну тут же вроде нет уже артроза, да? Нету, просто молодое животное, это все легче переносится и легче заживает. А с возрастом я так понял, что на другой лапе я делал у нее в молодости, там все нормально было. Вот. А на это сделал уже в 9-летнем возрасте. И вот оно как бы. Ну, не нет. Делать оно как трус, то есть может привести. Все равно же придет какие-то осложнения. Лучше сделать операцию. Ну, лучше сделать, конечно, да. Если это так интенсивно проявляется. А какая процедура? Надо какие-то анализы сдавать перед операцией, там, чтобы тот же самый наркоз. Я переживаю за этот наркоз вообще. Потому что... Ну, если он активный, подвижный, то как бы особо как бы ж не отмечалось каких-либо внутренних нарушений. Кровь давать, ничего такого не надо. Что, да, да. Я как бы не вижу в этом особой необходимости. Но если хотите, можем взять кровь, перестраховаться. Надо или нет? Там уж не знаю, надо чи не надо. Не было у него проблем таких жизненных, чтобы переживать за почки, за печень. Да, за то ж, за сердце, думаю, чтобы... Ты колёсы. Ну, там не ж нормально, у тебя всегда было сердечко хорошее. Отклонения я не отмечаю. Давай там левая шлапка, да? Угу, а, давай пощупаем тебя. Что-нибудь увидишь. Не становится чуть-чуть. Не, все хорошо. Нет, вообще. Ладно, да. Сейчас она тебя на месте как раз стоит. Угу. Где моя куколька? Моя куколька. Уходите домой, дядька. Ничего не будет. Бойся, это переживательный он только, так-то он ничего, а это такой же ж переживательный. Сейчас, то ли напрягся, но так в принципе и не выскакивает все-таки. Выскакивает, да? Легко? Ну, сейчас стало выскакивать, он лапу поджимал, не давал. Сейчас опять напрягся, прочнее стоит. Это бывает так, прыг, скакает, не выскакивает. Бывает на ровном стоит на месте, месте, да. То ли сходил и ходит же, опирается на левую лапу в туалет. Сходил в туалет, повесил, все. И уже идет на трех ногах. Все это, что ты за манис такой, все это, колеса рит, да? Ну, котик, смотри, какой сидит он. Трусишка. Ну что за это за трусишка такой маленький? Рекорд. Ну почему ты так трусишь? Ты не хорошо. Ну, я тебя одеваю. Сейчас поднимаю. Не переживай. Что нам с ножкой делать, знаешь? Операция прокомментовал, да? Ну, опять же, чтобы аж как бы... Ну, затягивать это приведет, я так понимаю. Не экстренная процедура. Не экстренная, да? Не так, что прям... Не будут какие-то осложнения, я имею в виду, что, знаете, там через 2 недели... В течение месяцев ничего особо не предназначено. Да вот я боюсь этого теперь артроза, чтобы он сусхрящий. Это с годами. Просто что зима еще, я думаю, что знаете. Да, чтобы не на лето, думаем, делать. Может, там делать, или осень, пока там. Зима, он мало двигается, на улице особо не любит гулять. И зимой, я знаю, что легче заживает.
Положите. И я пока дома, у меня возможность такая есть за ним ухаживать. Как вам удобно, на такое время. А какая вообще подготовка? Надо что-то или как? Просто во время назначен. Я не кушал часов 6-8 до этого. Ну, в идеале, чтобы пару часов не пил водичку уже. Надо что, выбривать ногу, не? Нет, мы уже сами. Сами, да? Да. Нам ничего не хорошо, это давай это время. Просто лучше, чтобы он тогда, ну, чистенький пришел, чтобы не с такими лапками было, ну, чтобы потом... Ну, если сами покупаем, ничего? Что, ну, потому что все равно его... Да мы просто к вам шли. Да, это по улице он шел. Мы, он вообще чистый ходит. Он... Нет, да, естественно. Просто вот это ж... То, что было такое недавно, что провели на операцию, не помню, стерилизация, молочная железа, так вот по улице прошла собачка, но мы же ее так не смогли досконально оттереть. Вот. Ну, то такая операция, что как бы там меньшие требования к стерильности, а тут лучше, чтобы он не был вот это ж с песочком на ногах. Я понял. Хорошо. Ну, если делать, то нам, конечно, сейчас удобнее, чтобы... Можно нам сейчас время, да? Ты сейчас хочешь состыковать? Нет. Время состыковать. Да, время состыковать. Состыковать время. Потому что я сейчас пока дома особо не заружу. Можно как-то, чтобы уже вы сказали? А можно. Уход за ним как какой? Опять, если вдруг начнутся выключения света. Понятно. Так вот пока же нету. Я же здесь буду оврал. Не, ну вот пока нет, может, в ближайшие дни там как-то можно. С понедельника, например. Профилактика травматизма. Чтобы не прыгал особо, не играл, не бегал. Да, на улицу водить нет, можно. Ну, потому что мы в туалете. Да, на поводочке водить, чтобы с другими ни с кем не кувыркался. Ну, может, с понедельника там. Или через неделю. Станин, что это? 17 числа, да, пятница? Пятница, вторая половина дня. На 3 часа. Ну, давай. А потом сколько операций? Часа 3,5 я оставляю. После операции, после операции мы говорили, что после операции вот так забираем, обычно сразу. Единственное, что вот это ж вводим препарат, чтобы выходили из наркоза быстрее. А вот это ж может тогда возбуждение отмечаться, и может беспокойность и повести животное. Может, иногда бывает как форменная истерика проявляется. Но анестезиологи называют это эйфорией. Ну, с наркоза в прошлый раз, когда мы кастрировали, а наркоз хороший, да, будет? Они разные вообще наркозы, вот по людей, или... Ну, в принципе, разные, но я же только инъекционный. Не, я понимаю, ну, я по действию такой лайтовый, то есть, знаете, как для людей, один уколят, что с наркоза не будешь, я дебил, а есть такой, что заснул, проснулся, ничего не почувствовал. Ну, да, это самое, ты же на костях вмешательство, а тут надо так обезболивать серьезненько. Не, я действия имею в виду. А вообще собаки нормально приносят? Ну, такие же. Просто, ну, нормально. Сердце. Переносили до этого. Хорошо, давайте тогда на ближайшие... Ну, раньше же нету ничего, да, пятница? Лучше будет операция за операцией, если куда-то вставлять. Не, нам так, чтобы вы были не сильно... Да, утомлены, да, потому что... Тут не хватит еще времени. Все, хорошо. Да нет, четверг, пятница, более не нужно. Давайте пятницу. Так, чтобы и вы себя нормально чувствовали, ну, тоже по работе знаешь, как устал, так уже и... Руками. Давайте, да. Да, записывайте. Ну, давайте, 3 часа, хорошо. До 6. Нормально. Вечером выпрыгнули. Как раз вечером нам переспит ночью. Можно, в принципе, это делать, чтобы все. Это самое главное. Это самое главное. Это самое главное.
много ничего не надо. Просто мы пятницу приходим сюда. Приводим чистого, и чтобы он не ел вообще до 3 часов. С утра вообще не кормите, да? Получается так? Смотрите. А что вы будете каждого? 15:00. Ну, до 8 утра можно покормить, дальше ж так. 2 килограмма, наверное. И не пил, чтобы, да, часа сколько там? Пару часов, чтобы не пил. Ну, напиши мне на бумажечке это там время, да, чтобы уже ты... Да, да, она когда нам прийти. Ну, чтобы... телефон. Все, хорошо, ладно, все. Сколько там осталось? Ничего не надо. Сегодня... Да, рентген забыл. Ничего не надо, да? Да, я на вечер. Рентген убивается. А, я забрала. Все, тогда. Номер животных. Все, тогда хорошо. Спасибо большое. Все, пойдем. А что случилось с ним? Откуда замотали его там, ну, типа, рано, да? Да, я уже тут хожу на девочке, спасаю, перевязку. Это мальтезы, да? Да, да. Прямо что мальтезы. Ну, вроде сегодня там вот он встал, прошел. Моя хорошая. Это ж такие субпродукты, печенка, ага. Непонятно, как они их выращивают, их рыбки. Так же, да? С чего они его делают? Я не знаю, с чего они выращивают. Они в Запорожье ездили, покупали ее. А, ее? Да, по интернету. Я говорю, печенка же аллергия, продукты такие, бачки. Так, я беру сейчас хотя бы на первый свет, мы знакомы на рынке. По 160, по 150. Было у меня сначала от курицы, как обычно сказали, курица, не курица, что он ест? Корм. Ну, она же не пьет. Сыр даю еще. Она любит твердый сыр, сыр, говорит, нельзя давать. А сыр давать можно? Вот и сыр твердый же даю, вот я люблю твердый сыр. Ну, она сегодня не видно. Я тут денег плачу, не придал. Да, жалко, точно. Да, конечно, я сам. Настроения нет, что ты вообще да нет. Не могу, даже забыла эту проблему. Я к сыну, знаешь, сейчас честно говоря, к сыну. А я к маме. Все, вам спасибо огромное. До свидания. До свидания. Все, выздоровите. Спасибо. Давай, так, иди сюда. Друзья, вот малыш, тот же, я говорю, значит, все-таки будем делать операцию.
операцию пока только на одной ноге. Снимок все есть, ранее видео вам показывал. Значит, ситуация такая может быть хоть у кота, хоть у собаки, хоть у кого угодно. Вот он сейчас, видите, на руках носит, не ходит даже вообще. Если у вас какие-то есть вопросы или пожелания, напишите в комментариях под этим видео обязательно. Интересно ваше мнение. Напомню еще раз. У любого кота, у любого собаки может быть то же самое. Вообще ходить не будет, как этот, видите, вот носим и все. И уже тут больше месяца, наверное, это длится. Друзья, касаемо еще, вы спрашиваете насчет iHerb, как покупать корм для собак, для кошек на iHerb с максимальными скидками. И покупать вообще для людей все, любой продукт на iHerb. Ссылочки на скидку будут находиться там, это максимальная скидка в любую страну. Более того, что покупать, как покупать, все разбито попунктно, и что покупаем мы, я все расписал, потрудился, вот все попунктно здесь расписано, попробуйте, посмотрите. Если вы не знаете, как зарегистрироваться на iHerb, пора начинать, вот здесь инструкция есть. Тоже посмотрите в описании. И, друзья, как говорится, вишенка на торте. Вы часто пишите в комментариях, как зарабатывать в интернете, как зарабатываешь ты, чтобы нам все хватало. Так вот, здесь есть ссылочка на заработок в интернете. Пробуйте. Получилось у меня, получится и у вас. Переходите, смотрите все инструкции, все в доступе, все легко. И все это можно делать с любой точки земного шара. Все, жду ваших ответов. Все ссылки в описании. Подпишитесь на наш канал, на наш телеграм-канал. Жду. Пока-пока. Малышу пожелайте удачи и лайкос поставьте обязательно. Максимальный репост видео приветствуется.